все по-прежнему? Почти. Что значит «почти»? Был разговор с Монреалем. Как только потребуется, спутники вещания наши. Надо потерпеть неделю-другую, и народ будет готов к нашему возвращению. А клиники? Мы держим их за что. Они будут нас слушаться. Я думаю, стоит подождать референдума. У нас нет времени. Созыв научного комитета в следующем месяце. Но настроения среди делегатов меняются. Я думаю, если дать время... Нет. Обнародовав свое открытие, шериф вынуждает нас действовать. Мир не изменится в одночасье только потому, что так хочет Дэвид Шериф. Кроме того, мы ничего не сможем сделать, пока наш чип не будет готов. Я думал, вы близки к завершению. Добиться устойчивой работы интерфейса на основе нервной системы сложнее, чем предполагалось. К счастью, благодаря Дэвиду, я знаю, где копать. Как сообщают из Вашингтона, люди продолжают стекаться к Капитолию. Большинство требует, чтобы Конгресс запретил все попытки изменять возможности человеческого тела. Это реакция на заявление Дэвида Шарифа, специалиста по биотехнологиям, который утверждает, что в его компании найден способ починить эволюцию воли человека. Ученые и Шариф Индустрис прибудут в Вашингтон завтра, чтобы обосновать это заявление. Но что ждет нас сегодня вечером? С вами Элиза Касан. Репортаж с места событий. При всем уважении к вам, мэр, надеюсь, у вас будет два отряда охраны на взлетной полосе. Нет, мы не пойдем через терминал, это небезопасно. Да. Рад, что вы понимаете. Спокойной ночи, тупица. Что-то не так? Не у меня. А вы все время теребите колье, доктор Рид. Порвете. Что ты, Мэг? Тебе уже приходилось представлять свою работу. Тогда было иначе. Тогда это были просто слова. Но это открытие, Адам. Это прорыв, как законы Кеплера, как розетский камень. И в чем проблема? Захотят узнать, как это вышло. Меган, мы отправляемся через... Адам, ты здесь, отлично. Что-нибудь нужно, босс? Да, перед отправлением я хотел бы посмотреть планы по обеспечению безопасности. Меган, вы готовы? Почти, Дэвид. Перепроверяем данные. Ладно, поторопитесь. Чтобы ты могла поразить этих всезнаек федералов, нам нужно добраться до Вашингтона. Ненавижу, когда он так делает. Брось, я прогуляюсь с тобой. Дэвид ждет. Нам нельзя его задерживать. Ты идешь? Секунду. Давай же, Капуша. Знаешь, блокируй свой компьютер, Мэг. Точно. Фрэнк тоже вечно это твердит. Пожалуйста, Адам. Эй, прекрати читать мою почту. А мне казалось, это женщины заставляют мужчин ждать. Внимание! В лабораторию допускаются только уполномоченные лица. Что ты имела в виду, Мэг, насчет того, как ты это сделала? Ничего. Это просто от волнения. Может, мне следует что-то знать об этом месте, о шерифе? Меган! Погоди.
Мы никак не можем избавиться от отклонений в искусственных клетках. Ладно, но повышенный уровень нейропептидов в этот блоке может свести на нет всю калибровку. Ладно, я перепроверю это. Не верится, что ты спрашиваешь про Дэвида. Ты здесь достаточно давно, чтобы знать. Эрик, ты не собираешься бегать от меня, верно? Даже не думал об этом, доктор Рид. Мне кажется, я знаю, почему показания Деклана выходят за рамки. Избыток пептидов? Я думаю, причина в гибели глиальной ткани, которую мы обнаружили после сплайсинга в белках антагониста. Был бы у нас хороший цитометр. Были бы и точные данные, которые подтверждают. Я попрошу Дэвида подумать об этом. Если он закажет прибор в Page Industries, может, нам достанется еще одна кофеварка. Ты слишком глубоко копаешь, Адам. Мы делаем доброе дело. Мы помогаем людям преодолеть физические немощи. Да, только вот почему-то большинство наших клиентов военные. Далеко не все. Мы работаем с учителями, врачами, строителями. Зараза! Осторожно, Эдди. Эти коробки стоят больше, чем тебе платят. Извини. Не, все уже готово. Для Вашингтона? Ха! А, доктор Рид, это генерал О'Нил. Доктор Шевченко сказал мне, что работа над тайфуном продвигается. Да, если бы не Василий. Как я говорил, сэр, основа тайфуна – видоизмененный боевой корпус наподобие того, что надет на мне. Я улучшил его, снабдив фигурными микрозарядами, которые приводят в движение стальные пулы. А проблема обратного пламени? Решена с помощью динамических клапанов. О, смотрите. Давай. Впечатляет. Когда все будет готово? Боюсь, мне надо бежать. Василий знает все подробности, генерал. Конечно. Нам еще предстоит повысить меткость. Точно. Учителю без этой штуки никак не обойтись. Ты не понимаешь. Военные заказы помогают нам держаться на плаву. Но нейронные импланты, которые помогают быстрее соображать, реагировать, они могут сильно улучшить жизнь. Жизнь каждого. Дэвид годами говорил об этом. Да, он любитель поговорить. Он хороший человек. Признайся, Адам, в глубине души он тебе нравится? Мне все нравятся, доктор Рид. Ну да, конечно. Далеко идти? Кабинет Дианы. Я забыла оставить ключи, чтобы она погуляла с Кубриком. Знаешь, он так вырос. Все время роняет горшки с цветами. Он уже разбил ту самую вазу? Я ее убрала. И обнесла забором, как ты собирался сделать. Да, так и не собрался. Прости. И ты меня. За очень многое. Адам, я... Кое-что... Я... Добрый вечер. Ричард. Так вот, у нас все готово? Фарида. Надо спешить. Увидимся на площадке, Адам. Ага. Я не помешал вам, Дженсен? Ты уже починил фаервол? Фаервол нельзя починить. Можно найти дыру и ликвидировать ее. Ты ее ликвидировал? Да. Рассказать тебе как? А, подожди, я забыл. Бывший коп. Вряд ли ты поймешь. Бывший спецназовец, ты будешь удивлен. Шариф и тебя хочет видеть. Афина. Она хочет показать мне, как отслеживать локаторы, имплантированные нашим ученым. На случай, если принятых тобой мер в Вашингтоне окажется мало. Не окажется. Джентльмены, очень приятно видеть вас обоих. Заходи, Адам. Он ждет. Афина, это новейшие GPL-локаторы с шифрованием. Каждые 10 футов или 5 секунд они передают данные в нашей спутниковой. Не важно, какой ценой, я хочу видеть Хью Дэрроу в Вашингтоне, рядом со мной. Он не прибежит по первому зову. Он нобелевский лауреат. Сенаторам он нравится. Слушания пройдут спокойнее, если он там будет. Завтра у нас большой день. Все на месте? Да, сэр. Полиция проводит нас к Капитолийскому холму, а там нас встретит служба безопасности. Отлично. Как там наша девочка? Нервничает. Ей нужно просто показать им наши разработки. Она тебе все объяснила? Честно говоря, мы не вдавались в подробности, босс. Это потрясающе. Все эти поборники чистоты обвиняют нас в насилии над природой. Но на самом деле, Меган всего лишь нашла способ использовать то, что уже заложено в ДНК. Это гораздо проще и безопаснее, чем все, что сделал Хью Дэрроу. Внешний технический сбой. Лаборатория, 6-й подотдел.
Руководителей проектов просят немедленно отозваться. Пожалуй, нам не стоит рисковать. Не сегодня. Спустись туда на моем лифте. Код знаешь? 0451. Узнай, в чем дело. Афина, пусть кто-нибудь выключит этот грохот. Да, сэр. Ричард, где Меган? Она уже отозвалась? GPL-локатор говорит, что она в микрохимической лаборатории. Кажется, она бежит. Черт, похоже, с оборудованием серьезные проблемы. Ты можешь посмотреть на нее? Пытаюсь, но камеры не отвечают. Какие-то помехи непонятно откуда. Выясни, что происходит, Дженсен. Скорее! Причард. Причард! Прежде чем делать что-либо еще, вам необходимо научиться передвигаться. Первый прием, который стоит изучить – передвижение, пригнувшись. Так вы сможете передвигаться в тесном пространстве, например, в вентиляционных шахтах. Или в случае, если вам понадобится прятаться за небольшими предметами, чтобы избежать обнаружения. Прыгайте по объектам или лестницам, чтобы попасть в труднодоступные места. Иногда просто пригибаться и прыгать недостаточно. Бывает, что нужно двигаться быстро. Учтите, что быстро бегать вы сможете не дольше нескольких секунд. Некоторые окружающие вас предметы можно брать или перемещать. Используйте их, чтобы проложить путь в недоступные места. В случае необходимости их даже можно бросить противника. Если начнется пальба, стоит спрятаться в укрытие. Так вы защититесь от пули и взрывной волны. Чтобы выстрелить, выгляните из укрытия справа, слева или сверху. Затем прицельтесь и стреляйте. Если есть такая возможность, передвигайтесь, используя укрытие. Зона обзора играет важную роль. Если вы будете держаться в укрытии, вероятность того, что противник вас не заметит, выше. Thank you.
устройства. Особенно это относится к ученым. Они ради своей работы готовы на все. Принято, сэр. Что ранение вызвало гематому. Необходимо восстановить артерию. Боже, насколько толстым было стекло.
CC-1. Состояние стабильное. Это ни к чему. Где киберпротез руки? Я люблю тебя. Мы что, мало людей сегодня потеряли? Прости. Осталось пару секунд. Тело его примет. Чудесно. Кажется, справились, да? Дайте ему инфолинк. Хорошо. Давайте пакет для связи. Адам, это Дэвид. Ты в здании? Только что вошел в фойе. Извини, что выдернул тебя с больничного, но у нас проблема. Нападение на фабрику в Милуоки Джанкшн. Встречаемся на вертолетной площадке. Для начала мне нужен Причард. Усиление сетчатки барахлит. Именно напомнить мне не нравится. Мне пришлось лечиться несколько месяцев, чтобы забыть об этом. О том, как доставали трупы, обгоревшие как... Меня там не было, но говорят, это было ужасно. Меган, Эрик, Василий. Вся команда исчезла в одной ужасной вспышке. Как это могло случиться? Сейчас уже не важно как. Мы можем почтить их память, храня верность их идеям. Надо показать этим бандитам, что они не помешают нам закончить работу. Вам звонят по первому. Дженсен? Хорошо, что вы вернулись. Когда стало известно, что этим займетесь вы, все вздохнули с облегчением. Мне очень жаль. Трудно представить, что вы перенесли. Наверное, вам просто хочется все забыть. Не всем так повезло, верно? Держитесь, Дженсен. Вы нужны нам. Вы забыли выключить фары.
Боже мой, мистер Дженсен, мне казалось, вы... Я думаю, вы здесь по поводу вторжения. Вам подсказать, где у нас что находится, или... Ну, не столько же времени прошло, Синди. Может, я изменился внешне, но моя память почти не пострадала. Ой, я не в том смысле. То есть, конечно, с вашей памятью все в порядке, сэр. Просто все так сильно изменилось. С тех пор... Со дня первого нападения? Да, сэр. Лаборатории сильно пострадали. Их ремонтируют, но большинство наших сотрудников работают на других местах. Всех остальных тоже переместили, так что, если вам нужно кого-то найти... Говорите, всех перетасовали? Почти всех. Кого вы ищете? Мой кабинет перенесли? Нет, сэр. У вас все тот же прекрасный вид на фойе. Мистер Причард хотел забрать его, но миссис Маргулис не позволила. 2 этажа наверх, а затем направо. Мне нужен кабинет шерифа. Ой, они с миссис Маргулис все еще в пентхаусе. Чтобы попасть туда, воспользуйтесь лифтом в левом крыле здания. Спасибо. Это моя работа. Что-нибудь еще, сэр? Где техническая лаборатория? Это не вполне лаборатория, сэр. Это скорее кабинет, забитый компьютерами. Мистер Причард постоянно на это жалуется. Позади меня лестница, поднимитесь по ней и поверните направо. Она будет в конце коридора. Вертолетную площадку не перенесли, верно? Я не знаю, как бы мы могли перенести... Вы меня дразните. Очень смешно, мистер Дженсен. Поднимайтесь на 2-й этаж и мимо кафетерия к выходу. Мне кажется, я видела, как туда прошла Фарида. Я найду дорогу. Как скажете. Знаете, хорошо, что вы вернулись, сэр. 2-я атака за 6 месяцев. Это не может быть совпадением. Мы все еще почти ничего не знаем. А вдруг это просто недоразумение? Недоразумение? О, да, я представляю себе таких захватчиков. Не поймите нас неправильно, но все должны встать к стене. Просто хочу сказать, люди оказались на фабрике ночью только потому, что после 1-й атаки нам все время приходится работать сверхурочно. Хорошо. Там никого не должно было быть. Возможно, просто неудачная попытка взлома. Дженсен? Боже мой! Не ждали, что вы вернетесь так скоро? Вы здесь из-за нападения? Мистер Дженсен, вы неплохо выглядите. Вы здесь по поводу вторжения? Наверняка Афина и мистер Шариф знают, что происходит. 2-е за полгода. Только в этот раз на фабрике. Это не просто совпадение. Мистер Шариф, наверное, едет на фабрику, а вот Афина должна быть в офисе. Я больше верю ей, чем новостям. Знаю, но Дженсен? Ему еще не рановато возвращаться в строй. Говорят, он почти полностью восстановился. Его тело сравнительно легко приняло импланты. А вот мозг-то вряд ли. Всем известно, что случилось, когда он служил в спецназе. Резня в Мексикантауне не на его совести. Тогда почему он ушел оттуда? Я хочу сказать, это большой риск. Дженсен? Ой, вы подошли так внезапно. Вам, наверное, пора идти на вертолетную площадку. Я пойду. Но сначала объясню кое-что. Насчет моего психического состояния. Вы все слышали? Слушайте, мне очень жаль. То, что случилось с вами, ужасно. Люди редко выздоравливают так быстро. И вы считаете, мне было бы лучше сидеть дома и без конца себя жалеть? Конечно же нет. Просто здесь все так сложно, Дженсен. Меньше всего нам нужны новые похороны. Согласен. Да, кстати, в Мексикантауне творилось черт знает что, но меня не уволили из-за этого. Я ушел сам. Разве есть разница?
Да, так называемая честь. Возможно, когда-нибудь вы узнаете, что это такое. С возвращением, мистер Дженсен. Новая внешность вам очень идет. Фрэнк говорит, что все еще тебя ждет, Адам. У тебя нет времени на ерунду. Иди скорее в техлабораторию, а то что-нибудь совсем нехорошее случится. Было бы преуменьшением сказать, что Хью Дэрроу изменил бы наш мир. Назовите одного... Андреа Ван Визаника, зайдите в отдел кадров. Возникла серьезная. Человеку нельзя отказывать в нормальном образе жизни из-за несчастного случая. Неизменно... Вы, мистер Дженсен, говорили, что вы скоро вернетесь. Меня взяли сюда недавно. Так сказать, на заметку. Да? Говорят, это экстремисты, но я не знаю. Никто не знает.